практически. О, интересно, они пройдут через красную пыляку? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Крошка, Крошка Уга-Буга, Кирилл Геймер, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Однако, всем здравствуйте. Ребятушки, мы скачали очень классный и смешных аниматроников, называется Playtime with Percy. Если тебе кушать приятного аппетита, то у нас сегодня обзор и тест аниматроников. Погнали. Первый у нас Чарли Кэт. Смотрите, как они очень круто разговаривают и классно сделаны. Так, ну что, давайте посмотрим, как он вообще атакует. Ого, он быстрый. Он телепортируется, кстати, или нет? О, да, он телепортируется. Нифига себе, у него скример стрёмный. Если так среди ночи он испугает, то можно всраться. А ну-ка, давайте попробую быстро убежать. Телепортируется он ко мне или нет? Ух ты, блин, так он, видели, был на большом расстоянии и убил меня. Какой-то неадекватный вообще псих. Он убивает всех. Так, ребята, ну и в этом ролике мы будем проверять, сколько каждый аниматроник выдерживает выстрелов. Так, я его ставлю. Да дурак, я же отключил искусственный интеллект, ё-моё, чуть не встрался. Вы зачем не такие стрёмные? Стойте, я, наверное, что-то не то нажал. Во, теперь точно всё. Так, вот мы его поставили. Ну-ка, прицельно. Один выстрел есть. Нифига себе не мощный. Кстати, ни один аниматроник не выдержит такого мощного выстрела. Два выстрела. Вот это у него уже черное пятно под ногами. Прям очень мощно. Даже я погиб. Сколько вы? Четыре выстрела? Да. Так, давайте у нас следующий аниматроник. Фармер Феликс. Блин, ну озвучка у них, конечно, великолепная. И сделано так по-мультяшному. А что он говорит вообще? Наверное, типа работяг. Американцы все собрали. Да. Так, давайте проверим, как они атакуют. Ребята, в конце ролика мы будем с ними всеми воевать. Я заспавлю всех этих аниматроников, мы будем жесткую войну устраивать. Поэтому досмотрите ролик до конца. Реально, он не медленный. Медленный? Тут был аниматроник, он, кстати, тоже... немножко быстрее. Он тоже ускоряется. Ну да, убил. А ну еще раз скримачок посмотрим. О, привет! Как-то странно, видели, он меня убил? Подошел, понюхал меня, думает, ага, можно убивать. А, когда слишком близко находится, скример вообще великолепнейший сделан. Еще такой звук, когда убивает, как-то электронный, что ли. Ого, еще чуть-чуть догнал. Кстати, он ускорился, вы заметили? Да. Какой-то мультяшный скример у него. А ну-ка, давайте попробуем ему в голову стрельнуть. Ага, еще попасть надо. Попал. Мне интересно, а когда они будут умирать? Они просто умирают или еще и взрываются в конце? Потому что есть некоторые аниматроники, которые в конце взрываются. А ну-ка, я его сейчас поставлю. Давайте мы его просто расстреляем оружием обычным, без пушки. А ну-ка, стреляйте по нему все. Мне кажется, он взорвется. Не знаю почему, но мне кажется так. Нифига себе, сколько у них жизней! Это просто нереально какое-то количество. Ну, умирай. А я еще читер. Но только не взрывное, обычное. Да не, уже у него же... Ой, я знаю, что АР-2 шары его убьют быстро. Ой, извини. Все, я знал, что они взорвутся. Так, а ну стреляй с пушки, проверим, сколько он выстрела выдержит с пушки. Так, подальше отойдем, потому что пушка реально очень много дамажит. Тот аниматроник выдержал 4 взрыва, да? 4 попадания. Так, 2. Вот это осколки и камни летят в разные стороны. Так, 3. А ну если умрет, значит жизнь у всех одинакова. Да. Кстати, вы видели, что в конце было 2 взрыва? Один от выстрела, второй от аниматроника. Просто ничего не осталось, один дым идет. Ха-ха-ха, вот это мощная пушка. Так, следующий у нас Mother Mouse. Так, ладно, давайте проверим, как она убивает. Да готовы умереть все? И сразу все... Так что она так быстро убивает? Ого, она быстрая! Вот это уже реально мощный аниматроник. Хотя не, как и те бегают, одинаково. Я быстрее нее. Давайте еще раз пусть меня убьет. Хочу еще раз скримачок посмотреть. На. Когда близко, начинает ускоряться. Да, а ну давай, кто там с пушки? В это время фигачьте ее. Я буду отвлекать на себя. Да ё-моё, она убивает на расстоянии. Это что за нечестная игра?
она даже пушку подвинула. Так, я ее отвлекаю. Бегу, бегу, только ж по мне не стрельните. Хотя можете и стрелять, как получится. Не попал. Ну, рядом был выстрел, значит, жизни все-таки отнялись. Ого, вот это звук именно снаряда. Даже с бонихопом, ребята, очень сложно убежать. Какие-то читерские аниматроники. Так, хорошо, я ее просто поставлю, а ты фига. Да, блин, я убью, скрываю, отключите искусственный интеллект. Так, если сейчас опять 4 выстрела и умрет, значит, уже нема смысла по ним с пушки стрелять, потому что жизнь у всех одинакова. Приблизительно где-то... Как вы думаете, сколько жизни у них? Ого. 5, 10. Думаешь? Ну да, пушка по-любому забирает очень много жизни. 20, может быть. Нифига себе моща. Так, пока он по ней стреляет, давайте я возьму аниматроника, у кого много жизни, мы стрельнем по мне пушкой. Вот у меня 10 тысяч жизней. Сейчас ты стрельнешь по ней. Сейчас ты должна уже, по идее, взорваться, эти 4 выстрела. Больше 4. Уже больше? Стой. Ты стой. Нифига себе. Ага. А ну-ка, давай с пушки по мне фигани. И проверим, сколько пушка отнимает. У меня 10 тысяч. А ты попал? Нет. Нет. У тебя над духом пролетело. 8620 осталось. 1380. Ну еще раз фигани. А ну стой, за ней стреляй. А давай еще раз. Может, не четко попал? 700. А, всегда по-разному отнимается. А ну еще раз на всякий случай. Да, то есть снимаю конкретного количества жизни, которое отнимает пушка. А. Ну блин, так значит мы не знаем точное количество жизни. Ребята, ну что вы делаете? Хорошо. Значит, у всех аниматроников по-разному количество жизни. Но мы не можем это узнать, потому что по-разному пушка отнимает. Так, следующий у нас Перси Пуди. Это что за клоун? Вообще такое, я не понимаю. У нас еще есть ребята как босс. В конце мы покажем его. Так, ладно, давайте проверим, как он мочит. Вот это мгновенная смерть. Беги, беги! Капец, у него скример. А давайте посмотрим, даже интересно. Ну давай, я тут. Ой, точно. И звук такой электронный. Так, псих бежит. Убивает на расстоянии. Близко к ним нема смысла даже подходить. Так, хорошо, давай стреляй по нему с пушки. Я его ставлю. Ё-моё, опять забыл. Отключить искусственный интеллект. Чинкс? Чинкс. Фигач. Ого, моща. Промахнулся. Попал. По красоте. Нормально ты его фигачишь. Ну ты как-то не сюда четко попадаешь. Как будто взрыв сзади идет. Ну давайте так подальше. Может быть более метко попадать. Мимо. Так ты в землю стреляешь, ты че? Кому дали стрелять с пушки? Вы че, ребята? Он не может... А ты Б английскую нажми, у тебя прицел появится. А ну дай попробуй вот, стрельнуть. А ну-ка. У меня разброс пушки. Ну-ка. А я говорил. А, да, вот. Я согласен. Она косожопая. А давайте попробуем прям в ногу стрелять. О, попал. Надо, короче, в ногу целиться. В левую или в правую. 6 раз. Ну, там из нескольких разов ты не попал, конечно же. Так, следующий. Ровен Рад. О, так это Фокси. А у обычных аниматроников с обычных частей есть такая озвучка или это кастомная? Классно, что вы ответили, я тоже не знаю. Нексботы обычно, но вселяться в них не могу. Так, ладно, давайте посмотрим, насколько он быстрый. Поехали. Да что это он так быстро телепортируется, непонятно, как это так работает. Кстати, это самый быстрый ползающий аниматроник. Быстрее я еще не видел, на самом деле. Вы слышали еще когтями, как будто бьет? Вот поймайте скример кто-то, да. Офигенно сделано. Он пытается порвать тебя. Ну да. Опять меня не хочет убивать. А нет, убил в этот раз. И глаз висящий, прикольно сделано. Стоя, а куда ты бежишь? Да я случайно не хотел тебя зафрижевать. Ай-яй-яй, зачикал. Так, хорошо, давайте я его поставлю, будем по нему фигачить.
В этот раз я уже не забуду отключить, чтобы они нас не убивали. Давай, покажи вещи. Лучше не стоит так близко, а то может жизни отнять. А, он стоит, танцует. Так, два выстрела. Ты прям четко попадаешь, прям в лицо ему. Ничего себе, не выдерживают мощные взрывы. Во, взорвал. Сколько выстрелов выдержал? 5. Ага. Кто 5, тот 6. В отдельной папке есть еще какой-то аниматроник. Пал Перси. Давайте посмотрим, что это за мощный. Кстати, он самый стрёмный. Похоже на клоуна. Это сломанный путь. Он когда ходит, слышите эти звуки? Ой. Да. Он по крови какую-то шастает. А, ну-ка, давайте мы ему включим искусственный интеллект, пока я отойду подальше, чтобы меня сразу не убил. Кстати, он медленный. Это самый медленный аниматроник, который есть. А давайте по нему пострелим. Может, его разозлить можно? Не, не разливает, не разливается. На, а ну-ка, пусть я умру. Хочу скример поймать. Классный скримачок, только немножко звук взрыва загасил его. А ну-ка, пусть еще раз меня замочит. Лосяк, лосяк, так. Давай с пушки будем по нему гасить. И, ребята, сейчас мы будем делать битву со всеми этими аниматрониками. Я знаю один способ, как вычислить, кто из них самый сильный. Можно бомбу просто на них сбросить. Мощь. Очень мощно. Может, у него больше всех и жизней? Даже интересно посмотреть. Ого, жизни отняло. Пушка вроде маленькая, но мочит очень дебело. О, слышите, звук появился? Он разозлился. У первого аниматроника тоже так же было. Прикольно, он звуки издает. Может, он побежит сейчас? Ты думаешь? Это произойдет. Ну давайте я выключу. Во, он быстро начал бегать. Офигеть. Я что-то так и подумал, что можно его разозлить. Потому что он как-то как отдельной папке находится, как босс, что ли. Нет, мы его должны все равно убить. Я его остановил, давай все-таки будем по нему фигачить. Ставим его на старое место. Нет, чувак, ты еще успеешь нас помочить, потому что битва неизбежна. Касса, жоп. По ногам целься. Вот, это было четкое попадание. Нифига себе. О, все, слили мы его. Так. Вы готовы, пацаны? Да. Можете запасаться оружием, только не сильно мощным. Сейчас мы с ними повоюем. Монет? Ну, мне кажется, монетка это прям читерский будет. Я запасусь тоже оружием, только я возьму себе, знаете что? Я возьму себе... Во, я знаю, вот эту пушечку себе возьму. Базуку. Ребята, она очень классная. Я убегаю подальше, потому что я хочу все-таки пожить. Забегу наверх, а потом уже включу искусственный интеллект. Так, ну что, погнали. Я уже одного сложил. Еще одного. Все нормально вообще? Интересно, добегут до нас? Есть, слили. Пацаны, я вспомнил, мне надо кое-куда. А, в воздухе за жопу схватило, блин. Нормально мы тут напылили. Ага, живой, да, еще? Хорошо. Ай-яй-яй. Сам себя убил. Лучше, знаете, самому умереть, чем даться живым. РПГ. Ай. Есть попадание. Пацаны, они еще побегут. Кстати, вот сразу мы его выхватили, у кого больше всех жизни. Ого, а, я думал, это аниматроник телепортировался. А, перезарядка. О, интересно, они пройдут через красную пыляку? Эй, блин, да смогли. Да. Им все равно, пацаны. Хотя они спрыгивать не могут, да, я так понял? Ой, своих мочу, пацаны, не хотел. Обстоятельства. Я убегаю. Пацаны, я отвлекаю их. Нет, не берет их это. О, я в воду. Давайте проверим, в воду они не боятся? Не, воды не боятся. Сюда. А все, меня не может под водой убить никак. Эй, тихо, пацаны, легче. Психи какие-то неадекватные. Так, ай, блин, он же подо мной был в это время. Ждал, пока я выйду. Че, мы всех убили, не? А вот бежит еще.
Двое. Красава я. Старался до последнего. Ой, спасибо тебе за самоубийство. А, все, он спокойно пошел. Ай-яй-яй, это жесть просто какая-то. Где он? Ориген, он опять за мной. Во, такая еще есть противотанковая штуковина у нас. Не попал. Перезарядочка. Вот и видно, кто из них босс. У кого самое больше жизни. Ой. Где мои шары АР-2? Мне кажется, они их будут хорошо их мочить. Ой-ой-ой, своих мочу. Блин, да сколько у него жизней? Ты чё, зараза такая? Это не тот, это другой. Ой, красиво я попал, но этого ничего не изменило. Слабо. О, есть, я знаю. Вариант, но... Я сейчас это сделаю, не переживай. Нет, не надо никаких монтировок. Ой, ну вот как-то так, пацаны. Так, последний тест, который я хотел сделать. Еще один. Еще один есть? А где он был? А, ну все, пацаны, вы его стерли с лица земли. Давайте на всякий случай очистим карту, потому что какие-то у нас неадекватные игроки попались. Так, пацаны, только мне не мешать, сейчас я буду красиво скидывать на них бомбы. Так, скидываем. Раз, два, три, четыре, пять. Улетаем подальше и смотрим, кто из них выдержит мощный взрыв. Ой, все умерли. Ну, я так понял, что это бомба. Мочит всех просто. Или кто-то остался в живых, как вы думаете? Нет, никто. Никто не остался. Ну, значит, они довольно-таки слабые для тех бомб, которые я для них приготовил. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.